Легендарный Honor 6C. Вид изнутри. Вот он так выглядит целиком. Аккуратненький телефончик. Для того, чтобы его разобрать, надо открутить вот эти два винтика. Показываю. Которые находятся справа и слева от зарядного разъема. И дальше снимается крышка. Вот такую красоту мы видим под крышкой. От задней крышки идет шлейф датчика отпечатка пальцев. Оптика вспышки остается задней камеры. Материнская плата, аккумуляторная батарея и так называемый нижний блок, где динамики, микрофон, разъем питания. Само собой, покупая телефон, вы думаете не только о том, как он выглядит. Все-таки интересно знать, что у него внутри. Если вы задаетесь таким вопросом, то значит вы человек более-менее технически грамотный, и я думаю, не лишним будет знать, где что в вашем телефоне находится. Как я и сказал, на задней крышке датчик отпечатка пальцев таким шлейфом подсоединен в разъемчик. Разъемчик снимаем. Дальше это шлейф экрана. Это шлейф зарядного устройства и звук, управление, в общем, все на нем. Это шлейф аккумулятора. Вот он выходит из аккумулятора, идет под этими шлейфами и вот сюда. Вот. Здесь же находится антенный кабелек высокочастотный. Так, теперь рассмотрим, из чего же все-таки реально состоит наш телефон. Вот у меня есть такой же. Один в один. Купил на него новый экран, но при установке неудачно нажал. Значит, смотрите, как я уже сказал, корпус нашего телефона реально металлический. Вот задняя крышка металл. Вот здесь вот видно. Резкость на виду. Вот. То есть задняя крышка металлическая. Значит, кому интересна модель, вот модель этой задней крышки, если искать будете. 4. Это блок экрана вместе с рамкой. Что сказать? Ну, могу показать, что находится экран уже приклеен, но вот я кусочек отклеил. Вот, то есть сам корпус, металлическая рама, в нее вклеивается экран клеем. В принципе, могу я отодрать, но ничего интересного вы там не увидите. Значит, вот смотрите, здесь вот, как я понял, шлейфик подсветки, экранный шлейфик, резиночка микрофона, динамик. Вот, пожалуй, и все. Так, посмотрим, что у нас находится под нижней пластмассовой заглушечкой. Значит, здесь находится динамик. Вот вы, наверное, видели на вашем телефоне такие красивые, как стереонаушники. На самом деле это обычный динамик. У него два контакта, так что никакого стерео здесь нет. Так. Под этой пластмассочкой лежит у нас вот такая платка. Если будете разбирать, снимается она достаточно тяжело.
снимается она достаточно тяжело. И кажется, что она прикручена. Нет, на самом деле она просто приклеена на двусторонний скотч. Так, и вот здесь вот, вот в красной, вот этой красной резиновой формочке должен быть вот этот микрофончик. Он у меня успешно отвалился. Здесь на плате под него место. Вот, показываю. Четыре контактика, видите? То есть этот микрофончик встает вот в эту резиночку. И на самоклейку приклеивается. Здесь у нас находится разъем питания. То есть подключаем зарядное сюда. И зарядное напряжение идет на материнскую плату вот через этот кабель. Так, вот наша материночка. Наша материночка. Здесь она смазана чем-то температурой проводящим. Так, со стороны, которая идет корпусу. Вот так вот материнка лежит. Со стороны, которая идет к корпусу, у нас разъем под наушник, задняя камера, точнее передняя камера. Передняя камера. И вот эти вот датчики. Датчики приближения, похоже. Вот. Вот так вот. То есть разъем для наушника, камера и датчики два. Их видно под стеклом. Так. И с обратной стороны, ну, чтобы вам было понятно, это вот разъем подсветки. Это разъем. Вот так кладем. Вот разъем подсветки. Разъем боковых кнопок. Вот. Это разъем датчика отпечатка пальцев. Это разъем экранный, информационный. Это разъем вот от нижней части. Это разъем аккумулятора. Это у нас байонетный разъем антенны. А сюда подключается камера. Вот она, камера передняя. Ставится вот так вот. Вот так вот. То есть плата у нас кладется сюда вот. Вот плата. Вот так вот ставится камера. Все элементарно разбирается. Собирается только аккуратно. И лучше ногтями или чем-то пластмассовым, чтобы не оторвать детальки маленькие. Потому что иногда подсовывая что-то под отвертку, вот так подсунешь под вот этот разъем, есть вероятность вот здесь вот оторвать детали. Потому что прямо над разъемом вот, сейчас покажу. Вот, подключаю. Вот. И вот здесь между экраном разъема и экраном, рамкой экрана платы, здесь видите маленькие деталюшечки, кондерчики, сопротивлюшки стоят. И в принципе, если слишком рьяно отверткой подковырнуть, то их оторвать элементарно. Вот, пожалуй, вся информация о телефоне. Успехов вам! Спасибо за внимание. Жмите кнопку подписки.